Всем привет! Представляем вашему вниманию водонагреватели с эмалированным баком от торговой марки Zanussi. Надежность и экономичность – их главное отличие и черта. Серии электрических накопительных водонагревателей с эмалированным баком отвечают требованиям самых разных категорий пользователей. Низкое энергопотребление, абсолютная надежность, удобное управление, непревзойденное качество и элегантный итальянский стиль. Именно эти свойства позволяют вам получить истинное удовольствие от водонагревателей Zanussi. Серии водонагревателей Smalta и Smalta DL. Их основное отличие – способ управления прибором, механический у модели Smalta и электронная у модели Smalta DL. Модели водонагревателей предоставлены в объемах на 30, 50, 80 и 100 литров. Данные водонагреватели Smalta со вниманием относятся к вашим потребностям и удивят своими возможностями. Стоит отметить, что на данные водонагреватели распространяется рекордный срок гарантии, а именно 8 лет. 8 лет – это немало. Где вы еще встречали такой гарантийный срок? Добиться успеха в длительной эксплуатации и предоставить рекордную гарантию на внутренний бак позволяет формула долговечности Zanussi. Надежная защита от коррозии с эмалью по технологии Sapphire Flex Technology в сочетании с магниевым анодом увеличенной массы. Ваш водонагреватель прослужит долго. Zanussi гарантирует. В водонагревателях предоставлено два режима мощности. Хотите быстро получить полный бак горячей воды? Легко. Просто установите режим полной мощности. Стоит отметить режим ЭКО. При установке режима ЭКО нагрев воды происходит до 55 градусов Цельсия. При такой температуре происходит обеззараживание воды. На стенках бака и нагревательном элементе не образуется накипь и, как следствие, увеличивается срок службы прибора. Как размещать прибор, вертикально или горизонтально? Да как вам будет удобно, Zanussi Smalta предназначены к универсальному монтажу. В водонагревателях Zanussi комфорт во всем. Вам нужна плоская, компактная форма водонагревателя? Легко. В водонагревателях Smalta и Smalta DL продумано и это, благодаря двойному внутреннему баку Double Tank. Приборы обладают суперплоской формой, всего 25 см, в моделях на 30 и 50 литров. В Zanussi нет компромиссных ограничений в комфорте. В модели Smalta DL присутствует многоцветный умный дисплей с возможностью устанавливать температуру с точностью до 1 градуса Цельсия. Несомненно, он порадует совершенством дизайна, позволит контролировать режим и температуру нагрева воды, а также предупредит о сбое в работе соответствующим индикатором на дисплее. Во всех моделях Smalta представлена многоуровневая система безопасности, а также устройство защитного отключения, которое находится в комплекте. В случае утечки тока оно защитит пользователя от поражения электричеством. Какой водонагреватель выбрать по литражу именно вам? На этот счет есть общие рекомендации. На семью из двух человек подойдет водонагреватель объемом от 30 до 50 литров. Если есть ребенок, оптимальный выбор уже 50 литров. На семью из четырех человек достаточно водонагревателя объемом от 80 до 100 литров. В заключении хотелось бы подытожить. Zanussi Smalta – это широкий модельный ряд для своего потребителя объемом 30, 50, 80 и 100 литров. Рекордный гарантийный срок, а именно 8 лет. Универсальный монтаж, вертикальное размещение или горизонтальное. Очень компактный размер, всего 25 см в глубину. Это очень круто. Эффективная теплоизоляция в 20 мм надежно будет, как термос, сохранять тепло воды в водонагревателе. Регулировка температуры от 30 до 75 градусов Цельсия. В водонагревателях используются два независимых нагревательных элемента. Эти приборы выручат вас в период отключения горячей воды или станут вам альтернативой горячего водоснабжения и точно станут надежным помощником в разгар дачного сезона. Доверьте домашние дела профессиональным решениям Zanussi, а свободное время предоставьте себе и своим близким.